Привет! Давно не было новостей о продуктах сферы, и на то была достаточно веская причина. Встречайте, абсолютно новый продукт – LinkedIn сферы 9.0. Это не просто обновление, модификация или переработка. Это абсолютно новое решение, которое соответствует реалиям нашего времени и даже обгоняет его. Я разберу нововведение очень бегло, для понимания, что представляет из себя этот продукт, а в будущем остановлюсь на каждом из пунктов и разберу их работу в подробностях. Что же нового? Все! Начнем с того, что теперь сфера базируется на движке Chromium. Это решение призвано оптимизировать работу продуктов, интегрировать функции Chromium и в целом облегчить взаимодействие с продуктом, приводя его в привычный для всех вид браузера Chrome с поддержкой большинства его функций, таких как расширения, закладки, менеджер паролей и другие. Из них расширения, закладки и стартовые страницы можно настроить на моменте создания сессии. Qt Web Engine в этом смысле морально устарел для современной работы и уходит на свалку истории. Несмотря на очевидные преимущества Chromium движка и, соответственно, его преобладание на рынке антидетектов, есть то, что ни один современный антидетект на Chromium движке не мог предложить. И это удобное переключение между окнами сессий. По крайней мере, до этого момента. Это было и с новой версией останется эксклюзивом для юзеров сферы, которые могут переключаться между сессиями в один клик, повышая свою производительность на максимум. Однако, ключевое в антидетекте – это именно антидетект. Ранее браузеры использовали родные отпечатки устройств или создавали искусственный шум. Эта практика приводила к блокировкам при мультиаккаунтинге или при наличии минимальных проверок железа. Команда Tenebris за это время проводила множество тестов и разработала уникальный способ создания сессии, которая полностью совпадает с реальными отпечатками пользователей, однако которая отличается от сессии к сессии. Гибридный антидетект не требует сложных настроек. Все, что нужно, это нажать на кнопку, и вуаля, ваша новая сессия готова. Работа в команде была полностью переосмыслена и сделана интуитивно удобнее для всех. Теперь даже не обязательно иметь лицензию на аккаунте работника, достаточно иметь нужное количество сессий на аккаунте администратора, который в несколько кликов может изменять права работника. Массовые действия с созданием сессий, их редактированием и автоматическим импортом куки. Antidetect браузер еще никогда не был настолько удобным и автоматизированным для простой работы. Достаточно, например, просто загрузить купленные аккаунты в браузер, а сфера сама загрузит куки, подберет имя и заполнит логин с паролем в описании сессии. В работе с Antidetect браузером безопасность для большинства юзеров играет ключевую роль. Команда Tenebris обладает большой репутацией, имеет долгую историю в обеспечении и сохранении безопасности и анонимности своих юзеров. И как и раньше, все данные хранятся на серверах в полностью зашифрованном виде. Однако, для самых осторожных пользователей теперь появилась возможность хранить все данные локально, в зашифрованном виде, таким образом, имея полный контроль над своими данными. Новый продукт – новый дизайн с гидом, который поможет вам стать продвинутым пользователем продукта в максимально краткий срок. Также, сферу теперь можно использовать на множестве языков, можно изменять темы и использовать цвета для своего эстетического удовольствия. Новый дизайн полностью интуитивен для понимания, и потому вам не придется читать долгие статьи или лезть в документацию для каждой новой функции. А если подпишетесь на канал, то и разбираться ни в чем не придется. Тут я простым языком объясню все функции и фишки нового софта в ближайшем будущем. Теперь вы видите, чем были заняты администраторы сферы в период своей неактивности. Новый, революционный продукт уже доступен каждому для бесплатного теста, а старые юзеры получат 2 месяца для теста и перманентную скидку на продукт. Однако, дополнительную скидку могут получить не только старички, но и все юзеры. С промокодом LSFREEDOM, который вы видите на экранах и который также находится в описании, можно получить 10% скидки. Я надеюсь, вы готовы присоединиться к эволюции. Если так, то подписывайтесь на канал. Тут будет еще очень много нового и интересного, связанного с LinkedIn сферой и общей анонимностью и безопасностью, которую вы вряд ли захотите пропустить. Поэтому скоро еще увидимся. Ну а пока развивайтесь.